И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, все так же на Genesis 2. И сегодня мы пойдем проходить какую-нибудь миссию. Какую? Да черт его знает, та, которая будет вторая по списку. Потому что первую мы уже прошли, а вторая по списку это воздушные гонки. Планируйте сквозь сеть каньонов, чтобы получить контроль над корабельной системой. Что это такое? Не знаю, что это такое, но допустим. Но для начала домик. Я его вижу таким, каким я его вижу. То есть это вот такой вот домик. Не знаю насчет его функционала, но он такой, какой я его сделал, скажем так. Здесь вход у меня получился именно так. Решил почему-то я сделать его тепличным. Внутри все в камне, не знаю почему, но в целом пока что только крышу сделал в металле. Здесь сверху у меня будут уже некие ресурсы. И волокно солома, это, собственно, благодаря страйдеру. Сера это был биом серый. И металл. Куча металла. Так, почти угадал. Металл. 207 тысяч. И слитков металла у меня дофига. В общем, короче, металла у меня сейчас хватит даже вот прям все карты, которые я проходил, вот даже вот все, вот мне бы дали бы столько металла в самом начале, сказали, вот остатки ты перенесешь на следующую карту, вот мне бы хватило до Генезиса 2 и вместе с Генезисом 2. Вот, это что касаемо ресурсов. Вот, ну и всякая фигня. Тут биом кристаллов, биом обсидиана, ну, по количеству ресурсов сразу же видите, чего у меня, какие у меня биомы попадались. Вот, то есть, как бы, вот с чем, а с этим сейчас проблем нету. Домик именно такой, потому что, как я уже сказал, я захотел вот именно такой сделать. Если я не забуду, я вставлю арт. Главное вот не забыть. Блин, я забуду все равно, так что, ну, а может не забуду, черт его знает. Сзади ничего нету, сзади и не нужно. Здесь тоже, то есть выход у меня по сути один только на задний дворик. Здесь у меня выход. Вообще, я сюда изначально ставил камин, и в камне у меня все было хорошо. У меня здесь был спуск, все дела. А потом поставил металлический, я просто упирался в них головой. Кстати, из-за этого я здесь поставил именно, ну, то есть решил поменять на другое, чтобы не упираться вот в эту крышу головой. Я просто в нее упирался, было красиво, он стал чуть похуже, ну бог с ним. А теперь что? Правильно, погнали выполнять миссии. Терминальчик, терминал. Я нажал на F по привычке. Воздушные гонки. Начать миссию. Ой, ты меня телепортируешь. And you'll win back access to the ship's ontogenetic system. Ой. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой-ой. Ой. Я ж не умею на нем летать. Алло. У-ху-ху. Ладно. Так, я нажал сейчас shift. А куда? А чё мне делать? А где этот? А, ну да, shift я правильно нажал. А, стрелочка, 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 точно. Так. Уии! Я в говне. Так, давай по новой. А, благо 4 минуты. Офи! Мэйвинг, что-то я об этом-то и не подумал. Так, ну окей. В целом я читал, что у него полет как у этого. У-ху! Точно, он же скользит еще. Не-не-не-не-не! По стрелочкам! Да какой красный, иди в жопу, я по стрелочке лечу.
Он... А! У меня игра залагала. Она прогружает карту. А! Я нос почесал, пока она прогружала карту. Так, а! Отлично, я понял. В целом, я... Когда мимолетом читал про Мейвинга, или читал, или видео смотрел, я уже не помню, то я слышал, что он этот... управляется как сова, короче. Поэтому в этом плане я считаю, что все легко и просто. Слушай, а интересно, я, получается, в этой же карте тусуюсь? Или не в этой же карте? Или здесь карта просто прогрузилась отдельная? Так. Ну давай, 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 давай. А в смысле вернись, я где нахожусь? Ой, вообще в натуре. Давай, ухи! Да, они в этом плане, конечно, клевые. Так, стоп, 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 стоп. Поехали! Клево, клево, клево. Ой, блин, хомуха, это клево, они так подсвечивают это. Конечно, не так бы темно было бы, вообще было бы кайф, но бог с ним. Бог с ним. Погнали. Он типа горцует. Воу! Стоять. Включил яркость специально, чтобы было лучше видно. Да, здесь можно было любой выбрать, отлично. Я не прогадал. Но почему-то я просто хотел в небо залететь. Отлично, отлично. Уху! Блин, клево, клево, клево. Следующий, короче, серии обязательно будем томить Мейвинга. Мейвинг, он клевый. Уху! А где наша лава? Где наша лава? Ну-ка. Ах, я не уверен, что я бетку пройду. Точнее, альфу пройду. Бетку-то я пройду. Но я не уверен, что я пройду альфу. Не, Мейвинг это клёво. Вот это клёво. Мейвинг, конечно. Надеюсь, я правильно сказал. Да, я такой. Это прям был... Это был... Ну, типа, теперь выращиваться быстрее. Марилатопса. И носорожа. Все, фигня. Погнали на бэтл! О, кстати. Что-то нагрузилось, кстати, очень долго, что-то мне крутилась карта. Мейвинг, я правильно помню. Так вот, я ж не дорассказал свою мысль. Это специальная карта? Или же нет? Или это я просто на ту же самую локацию, то есть где это? Ну то есть, это обычная локация. Блин, мне теперь охота проверить. Ну, то есть, соответственно, вот в этих местах я не смогу строиться, что ли? У-ху! Мать твою за ногу! Ускорялку точно не надо было брать. Взлетай, братан! Братан, лети быстрее, да? Ну, спасибо! Пожалуйста, лети! Не камень! Ускорелка! Ау! Ну ты сейчас вот это серьезно? Не, это просто забей. Так, где там? Где там миссию мне отменить? Отлично. Дубль 2. Ну там просто прям конкретно. Я уже прям чувствовал, что я встрал по времени. Там не было смысла. Полторы минуты я бы точно бы уже не прошел. Ху-ху! Вау! Так вот, что получается, здесь нельзя строиться, или это специальная локация такая прогружается для нее? Типа, виртуальная это? Нет, ну твою мать, конченый ублюдок, ты серьезно?
Вот это ускорение, это кусок говна, ну честно, она просто ускоряет, типа, как торпеда выпуливает, и вообще пофигу. Прям вообще не получается. Вот у меня тогда выпердолило, сейчас немножечко подлагало, меня выпернуло дальше. И вот эти ускорялки меня бесят вот этим, казалось бы, с одной стороны, ну, чё тут такого? А не... Полсекунды, и ты уже в перде. Как это назвать еще лучше, я не знаю. Ну, перда есть перда. О, кстати, по координатам можно глянуть. 9 на 58. А, ну да, я вообще вон за локации. Окей, это спецлокация. У-у-у. То есть я вообще тупо за территорией нахожусь, то есть... Прикольно. Прикольно. Вопрос, как говорится, снят. Вот эта ускорялка, это кайфовая. Учитывая, как ты летишь, то есть ты можешь все это дело перелететь на изи-бризе. Вот эта ускорялка идет в жопу сразу. Главное, случайно ее не зацепить. Уху! Эк. Вот эта ускорялочка нужна. Но там лучше, походу, было идти направо. Не зацепил, а жаль. Вот эта ускорялка тоже пригодилась. Уху! Вот он бы... Научиться бы как-нибудь лучше опускаться на землю, вот это был бы кайф. Так, ускорилку брать не будем? Наверное. Лучше бы я взял бы, она пригодилась бы, наверное. Но бог с ним. На бетке можно экспериментировать. Вот на... Ах ты, кусок говна. Вот на альфа точно экспериментировать не получится уже. Ёб твою ж за ногу, я не помню этой ускорилки. Давай направо. Направо более по прямой, что ли. Но это не точно. Но здесь уже, по идее, вроде бы все. То есть я... У нас не остается времени. Ну да, я тусуюсь именно прям конкретно везде за картой. Сколько у меня там было? 2 минуты мне дали, да, на бетку? Ну да, то есть я вот там вообще прям конкретно за территорией нахожусь. Ну, зато в целом понятно, зачем сверху снизу вот это вот и то, то есть такая, ну, прям видно область, ограниченная область. В целом понятно. И понятно, почему туда так сильно далеко улететь нельзя. Окей. Вот, седло для Мэвинга, допустим. Хотя могли бы дать что-нибудь получше. Все-таки бетку прошел. Ой, так нажмем, потому что чувствую, я еще не раз буду запускать эту миссию. Прям, я не оптимистичен. Ой, посмотрел я сейчас, сколько мне давали на бетке. Что, даже запись остановить? 2.30, 2.30 мне давали. На альфе 100% будет сейчас 1.5 минуты. Я не знаю, я не уверен, но я так не хочу доживать, продолжить. Ладно, полторы так полторы, я просто не успеваю, что поделаешь. Две есть шансы. Полторы, жопа будет. О! Окей, ни вам, ни нам. Минута 50. Сосредоточились и вперед. Но тут... Не тупить! И проблем не будет. Ну... И не тупить, и я. Это было смешно сказано. Но в целом я понял, около водопада нужно тот же брать, тоже ускорялочку. Вот это срочно пропускать. Это прям ускорялка говна. Ну вы поняли, да? Он просто в текстуре застрял. Текстуры застрять. Ужасно.
Какая гадость. Погнали. У-ху! Так, пробовать ускорялки взять. Тут главное запоминать, какие ускорялки мне нужны. И вот эти ускорялки мне сейчас будут... Ой, сильно вам нужна. Вот та ускорялка тоже пригодится. Угу. Ту не берем. А! Зачем? Зачем я туда повернул? Кто-нибудь знает? Нет? Вот и я не знаю. У-у-у! Так, главное не застрять в текстурах. Так, карту вырубить, а то вот это вот... Я! Меня что-то начало бесить уже. Пожалуйста! Спасибо. Беда? Не беда. Отлично. Интересно, а вот люди, живущие, допустим, вот с этой стороны карты, ну, на серверах, да? Они видят вот этих людей, которые летают? Неси. Вот мне очень интересно. То есть живут они, скажут такие, опять какой-то дебил летает на Мейвинге. Вот эта ускорялка точно нужна! Отлично! А мог бы ты жопой... Спасибо. Угу. Шансы есть, но их нет. Супер! Ёп! Ёп! The fuck? Угу. Это лучше налево идти. И в целом через лево. Погнали. Давай, 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 давай! Уи! Интересно, мне это хоть как-то ускорило или нет? Ай-яй-яй-яй, пожалуйста, не лагай. Так. Уже лучше. Да что ж я налево-то лечу? А, серьезно? А я серьезно? Бляха, муха. Хм, интересно. И тогда мне получается через ту фигню мне не обязательно... Кстати, я здесь никогда не горцевал. Погнали здесь. Оу. А это было сейчас интересно. Слушай. Факин, мазафакин, хорош, лагай. Да, это обычная карта. Ну хорош, вот сейчас просто зависла игра. А, ты меня просто тпкаешь. Отлично. Слушай, хорошая... Через право, значит, да? Потому что через лево я там какую-то в перду какую-то лечу. Ладно. Еще раз. Да уж, конечно, не хватает какой-то просто банальной кнопки. Рестарт. Прям очень сильно не хватает. Почему? Ну да, вы скажете, на сервере все дела. Ну, камон. Локалка. Очень дофига чего есть на локалке, чего нет на сервере, да? То есть, как бы... И сделать... Чтобы вот такого блевотного дерьма не было, сделай кнопочку. Вот так заходишь, короче, вот сюда нажимаешь, и кнопочка рестарт. Не отменить миссию. Кусок говна. Рестарт. Мать твою. Нет, ты сможешь отменить миссию, ждешь, пока у тебя там пролагает в одну сторону, потом ты ждешь, пока у тебя пролагает в другую сторону. Извините, но 90% людей играющих, ладно, не 90, 70% людей играющих, у них не такие компы, которые вот это все быстро прогружают. Нет, у них точно так же все будет лагать. Ну, кстати, на локалке справедливости ради порой лагает сильнее, чем на серверах. Ну, логично. И на серверах вот это прогружается быстрее. Так вот, сраная кнопка перезагрузить на локалке очень бы спасал бы от пригорания жопы. Ну, извините, стул горит уже и полыхает. Зовите пожарных. Ладно. Живем.
Ну, конечно, бы в текстурах не застревал. Вот это был бы кайф. Так, нос не вовремя чешется. Йоу! Ай, нифига себе, я сейчас мышку дернул. Мне сюда, потом сюда. И я типа так еще и это. По идее, быстрее должен быть. Потому что он типа на брюхе все дела катается. А здесь лучше сюда попробуем. Здесь он должен катиться сейчас. У-у-у! Какое в жопу ускорение! Давай, давай, давай! Ты серьезно? Какого черта? Здесь он не зацепил. Всегда же цеплял на таком расстоянии. Какого черта сейчас он не зацепил? Не, ну это забей, это тоже у меня, это не хватит времени опять. Я на это сколько там, ну секунд 10 потратил? Ой, да иди в очко от варту порыла. Какого черта? Всегда же цеплял. Ну! Отлично, спасибо! Вот и с приземлением еще будут разобраться как-нибудь. What the fuck сейчас был, я где-то там проскочил, я не знаю где, но бог с ним. По правой стороне вроде бы я хотел, да? Ага, нет. И вот сейчас опять вырывается, прогрыжается. Я дольше трачу времени на загрузках, то есть я в загрузках трачу больше времени. Хотя вот сейчас у меня это, то есть я быстро возвращаюсь и у меня быстрее грузится. Пошла в сраку, завались. Свали свой хлебальник, бесишь меня. Бесит эти загрузки. Я ненавижу загрузки в играх. Я их терпеть не могу. Ну, а куда деваться? Не, ну сейчас вот говорю, вот часто туда-сюда загружаю. Эта локация, часть локации не выгружается из памяти. И оп. Я могу быстро все это сделать. Окей, не так припекает от того, что нету рестарта. Ну сколько раз я уже загрузил? Я не знаю. А дофига. Ладно. В любом случае. Сюда. Сюда. Отлично.
Это что-то с чем-то. Кошмар какой-то. Но я прошел. Седло мозазавра, да. Здесь это я завалил там 2-3 трайка, пару стега. Бесили они, мешались, ходили. Фух. Это что-то с чем-то. Вообще, я здесь просто уже смотрю, вот, миссию стартанул, такой смотрю, о, луч, блин, надо сгонять это, залутать. Ну и такого поняли, не получилось. Не счесть то количество раз, сколько я там пытался пройти эту миссию. Ну почему не счесть, потому что я не помню. Просто тупо и банально. Это просто ужасно. Это просто... Но, вот, пройдено, слава богу. Решил все-таки просто записать. Так. Можешь снова базарить. Решил записать все-таки это и урбануть этот. То есть оставить только то, что я прошел. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Но в целом, да, то есть я правильно начал подозревать, что... Похоже дело, после того, как я примерно раз 5-10 заканчивал, то есть делаешь все правильно, но заканчиваешь примерно в одном и том же месте, и тебе не хватает времени, ты начинаешь подозревать, что ты что-то делаешь не так. То есть ты прям конкретно начинаешь уже на пятом разе думать, что делаешь не так. Ну, мыслями, что ну а вдруг, это примерно ты к десятому разу приходишь к такому мысли, и ты такой, блин, ну да, походу дела, я все-таки что-то делаю не так. И начинаешь уже искать другие пути. И вот когда в очередной раз другой путь показываешь, что, а черт побери, на этот подъемчик ты приходишь на 6 секунд раньше. А вот если сделать так, ты приходишь... О, почти на 10 секунд раньше. Такой, блин! И вот так вот ты начинаешь выгадывать то там секунду, там 2 секунды и так далее. Вот такие вот дела. Ну, вы видели, как я прошел. И по сути даже я там стопорнулся в нескольких местах. То есть у меня даже запасом было секунд 5 в целом. То есть, если проходить идеально, там секунд 5 есть в запасе, так что вообще красота была. Но прошел миссию, и слава богу. Нуторно, долго. Сейчас придется много чего отрубить. Ну, в том плане, что лишнюю ненужная информация с неудачными дублями. Даже что я специально микрофон выключил, звук убавил. Чтоб случайно не попали маты на запись. Ой, такой дурдом. Ну, что поделаешь? Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливы, добра, всем пока.